Всем приветики! Сегодня я вам расскажу анекдоты про 8 марта. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну а сейчас анекдотики. Поехали! Разговаривают два приятеля, один у другого спрашивает: «Слушай, а почему женский день весной празднуют?» «Ну как почему?» «Потому что погода такая же непредсказуемая и капризная, как сами женщины». «Слушай, а тогда почему именно 8 марта?» «Слушай, да ты достал меня, потому что две дырки рядом!» Разговаривают две подруги, и одна у другой спрашивает: «Слушай, что тебе твой-то на 8 марта подарил?» «Духи и выпил!» «Слушай, да бог с ними, что выпил-то!» «Ну, самое главное, духи-то подарил!» «Да в том-то и дело, что духи выпил!» Утро 8 марта. Очередь за огурцами. Первая женщина подходит и говорит: «Дайте, пожалуйста, мне вон те, которые длинные». Ну, продавец ей наложил. Вторая подходит, женщина говорит: «Мне, пожалуйста, вон те, которые толстые, такие средненькие». Ну, он ей наложил, тоже ушла. Третья подходит, выбирает так долго, и туда посмотрела, и туда, говорит: «Да мне все равно какие, мне на салат!» Дорогие бабушки, девушки, девочки, хочу поздравить вас всех с этим замечательным праздником 8 марта, Международным женским днем. Хочу пожелать вам цветущей нежности, любви, счастья, здоровья, всего вам самого хорошего, чтобы всегда вас окружали любящие вас родные, чтобы всегда у вас все было хорошо, чтобы каждый день у вас начинался с улыбки. С праздником вас, дорогие!